Потом куда вы пошли? Потом мы пошли ко мне на адрес, потому что я приложил то, что у меня дома есть еще водка. Но с какой целью вы ее позвали к себе домой? Вообще просто выпить. А с какой целью вы ее били? Слишком сильное оскорбление нанесла. А я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу, то, что я лох, то, что мудак, вроде слова, что это было. Но я начал ее избивать. Здесь было оскорбление, не было, я имею в виду там. Наверняка были бы действия эти ваши или нет? Нет.